Представляю вашему вниманию пикозубило к отбойному молотку P31. Данное зубило применяется в отбойных молотках марок МО, МОП, битоналомах Б и БК. Предназначено данное зубило P31 для вырубки отверстий и ниш, рубки арматуры, разрушения мерзлого грунта, а также металлоконструкций. Материал, из которого сделано зубило P31, это сталь 50. Размеры пикозубилы. Длина ее, общая длина 30 сантиметров. Размер хвостовика так же, как и у обычной пики, 24 на 70. Длина 70, диаметр 24. Пики зубила P31 упакованы вот в такую картонную коробочку. Размеры этой коробочки: длина 30 сантиметров, ширина 17 сантиметров и высота 11 сантиметров. Открываем коробочку. И смотрим. Итак, зубила P31 упакованы по 15 штучек. По 3 ряда, по 5 штучек в ряду. Раз, два, три, четыре, пять и так 3 ряда. Вес зубила 1 килограмм. Упаковка та, которая по 15 штучек, весит 15 килограмм. Для того, чтобы зубило P31 использовать по назначению, необходимо вставить в отбойный молоток. Для этого зубило вставляем в отбойный молоток. Имеется в виду, чтобы правильно закрепить в отбойном молотке. Зубило вставили. Дальше надеваем резиновую втулку, затем концевую пружину, накручиваем так же, как обычную пику, и защелкиваем в замке, в специальном замке вырубки в стволе отбойного молотка. После этого подсоединяем воздух сжатый, подключаем и можно использовать по назначению. Таким образом, в данном ролике вы познакомились с пикой P31 для отбойных пневматических молотков. Вот такая пика.